Рахмет, студия. Я біз Алматыда өтіп жатқан 8-ші қаржыгерлер конгрессінен хабар таратуда жалғастырамыз. Естеріңізге салсақ, биылғы конгресс теңгенің 25 жылдығына арналып отыр, және деңгейі де жоғарырақ. Конгресске әлемнің бірнеше елінің орталық банк өкілдері келіп, өз тәжірибелерін ортаға салуда. Ал дәл қазір біздің мобильді студиямыздың қонағы Қазақстан Даму Банкі басқарма төрағасы Болат Жамышев. Болат мырза, қайырлы күн. Ең алғашқы сұрағымыз, Қазақстандағы даму институттары қаржыландыру қандай бағыттарын басшылыққа алуы тиіс? Казахстанские институты развития, к которым относится Банк развития Казахстана, они призваны способствовать развитию экономики, и в частности Банк развития финансирует крупные инвестиционные проекты в обрабатывающем секторе, то есть является оператором программы по индустриально-инновационному развитию, финансируем проекты в инфраструктуре, и в общем-то мы достаточно активно работаем по финансированию больших, длинных, долгосрочных инвестиционных проектов. И наш судный портфель на сегодня в обрабатывающем секторе, в инфраструктуре, по сути, сопоставим с портфелем банка второго уровня, если говорить о долгосрочных займах. То есть роль банка развития, роль других институтов развития, которые входят в холдинг «Байтерек», банк развития также является дочерней организацией этого холдинга, они должны каждый способствовать развитию экономики в своей сфере. Мысалы, коммерциялық банктер мен осы дамыту институттардың қаржыландыруында қандай да бір шегара болу керек пе? Мысалы, өздерінің белгілі бір салаларды ғана қаржыландыру деген секілді. Действительно, все институты развития имеют свой конкретный мандат и граница. Например, в холдинге «Байтерек» поддержкой малого и среднего бизнеса занимается акционерное общество «Даму». Банк развития финансирует крупный бизнес, крупные проекты, инициируемые крупным бизнесом. В холдинге «Байтерек» «Жилстройсбербанк» — это понятно, что чем занимается, население наше хорошо знает, поскольку очень активно пользуется кредитами «Жилстройсбербанка» для покупок, для получения кредитов, для покупки жилья. «Казахэкспорт», еще одна дочерняя организация «Байтерека», обеспечивает страхование экспорта. Кстати, Банк развития Казахстана активно предоставляет при фондировании за счет бюджета, предоставляет кредиты на экспортное, предэкспортное финансирование. Сейчас это очень актуальная задача, и для того, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках для экспорта своей продукции, такая поддержка финансовая со стороны Банка развития и страховая поддержка со стороны «Казахэкспорта» очень важны. Сіздерге кредит ретінде қандай борышкерлер дейміз, яғни кредит алушылар қызығырақ? Что касается наших заемщиков, то для нас, безусловно, интересны все заемщики, которые имеют, скажем так, достаточно на хорошем уровне подготовленные инвестиционные проекты. И, прежде всего, конечно, мы упор делаем на обрабатывающем секторе, поскольку мы банк развития, и наша задача способствовать диверсификации экономики. Диверсификация экономики – это все-таки поддержка в нашей стране обрабатывающего сектора. Өзіңіз білетіндей, биылғы конгресске шетелдердің орталық банктерінің басшылар келіп қатысуда, және өзге де мамандар да бар. Жалпы еліміздің қаржы нарығын, банк секторын, экономикасын дамытуға қандай ұсыныстар айтылды? Форум, конгресс аяғына қадар тақалып қалған екен, бір қорытынды ойыңызды айтып берсеңіз. Действительно, сейчас проходят здесь два форума одновременно, и конгресс финансистов, и биржевой конгресс. И все это приурочено к 25-летию введения национальной валюты. И по приглашению организаторов этого форума
сюда приехало очень много гостей из зарубежных банков, в том числе с центральных банков. И конгресс, все сессии конгрессов проходят очень интересно, содержательно. Ну, понятно, что участвовать во всех сессиях одновременно я не мог, но на тех сессиях, на которых участвовал, и в качестве спикера, и в качестве просто слушателя, ну, услышал очень много интересных идей. Эти идеи прозвучали не только от наших участников казахстанских, от там, руководителей финансовых организаций, экспертов, но также и от гостей. Я думаю, что для Казахстана очень полезна была та информация, которая прозвучала от регуляторов различных стран по рискоориентированному надзору, поскольку существенные поправки в законодательство в части надзора вводятся с 1 января 2019 года, и поэтому я думаю, что это было очень полезно. На биржевом форуме, я думаю, тоже он только начался, продолжается, я думаю, тоже будет очень много интересного, поскольку на самом деле финансовый сектор Казахстана испытывает значительные сложности, но что радует, все эти сложности являются предметом обсуждения, дискуссий, и ну, в этом случае, конечно, можно надеяться, что будут находиться самые наилучшие решения. Спасибо. Қазақстанның қор нарығында соңғы жылдары бір ілгерілеу бар деп айтсақ та болады. Оның жарқын мысалы Мәскеу биржасының Қазақстан биржасымен бірге дамуға ұмтылуы, одан кейін Астана халықаралық қаржы орталығының құрылуы және жаңа эмитеттердің пайда болуы. Осы ретте сіз қаржы нарығының болашағын қалай күтесіз, қалай елестетесіз, өзіңіздің бір субъективті пікіріңіз? Буквально сейчас начал функционировать биржа Астанинского международного финансового центра, и биржа КАСЕ уже имеет достаточно длинную историю работы, но нынешний этап – это очень такой новый этап для биржи, поскольку, в общем-то, создание новой площадки со статусом, который ориентирует ее на работу с не столько с казахстанскими, так сказать, участниками, но и необходимо становиться, скажем, площадкой для всего региона. Понятно, что все это ставит новые задачи как перед самими, и как перед Международным финансовым центром, и перед КАСЕ, и перед Национальным банком, и перед регулятором, поскольку необходимо очень четко определить и правила взаимодействия этих двух площадок, и также предпринимать усилия для того, чтобы вот те очень большие задачи, которые ставит МФЦА, ну, могли быть реализованы. Болат Мырза, уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге рахмет, ісіңіз табысты болсын. Сау болсын. Құрметті көрермен, біз 8-ші қаржыгерлер конгресінде Қазақстан даму банкі төрағасы Болат Жамшевпен сұхбаттасқан болатынбыз, эфирде көріскенше.